Итак, всем здравствуйте. Продолжаем проходить Варлока, проект Варлока. И у нас сегодня четвертый эпизод «Промышленность кварталы». Понеслась. Тем более у нас магия новая появилась. Тихая улица. Во-первых, у нас же этот коллекционер душ, мы теперь Shadow Fiend. Ой-ой-ой. Вообще без этого, без кулдауна, да? Откуда? Тут роботы, да? А, не, это эти, ну, киборги, да. Терминаторы. Да, домики. Что-то мне так напомнило все. КС, Ассалт. И слушайте, и падает реально. С них реально пот. Я могу вообще просто, ну, махаться. То левый, то правый, то левый, то правый. Очень круто, мне очень нравится эта раскачка, реально. Реально. Просто. Реально нереально. То есть она даже не это не сбивает. Я могу ударить левый, потом правый, потом левый, потом правый, типа. И это ничего не сбивает. Ну, перезарядку не сбивает. Где? Да, реально души. Ну, нормально. То есть я за удар получаю. Ой, шикарно. Я и за удар получаю ману, и так получаю ману. Ну, типа за убийство врага получаю ману. За удар по нему получаю ману. Я за все получаю ману, да? Жалко, за простую ходьбу я ману не получаю. Ну, трачу я на удар маны, конечно, больше, явно. Но все равно. Ну, видите, что творю? Да, что у меня такое всегда ощущение, что у меня микрофон мигает. Меня это пугает. Просто когда микрофон мигает, значит он выключен. А из роботов души выпадают, это как нормально? Они же бездушные машины. О! А нужно зажать кнопку. Без этого никак не получается. А кто там? Что там кто делает? А, это ты! Бам. О, сейчас мы еще щит включим. Я сделал реально такого персонажа, которым мне интересно играть. Потому что, ну, понятное дело, что на хардкоре это, я уже говорил, это было бы просто, ну, забрасывание, закликивание магии. Здесь нет, здесь как-то мне, ну, по нраву прям. Какая-то магия вон вывалилась. А, призыватель. А, то есть я могу кого-то теперь еще и призывать. А кого я могу призвать? Ну, это мы только в мастерской узнаем.
И чё? А-а-а, понял. Префектура боли. Хорошее название. Немножечко урбанистического стиля не помешает. А, так я могу и так, да? Так интересно, а у меня мили урон. Я это сейчас спрашивал давно, но что-то как-то в комментариях то ли не нашел, то ли не было таких ответов по поводу того, влияет ли стрэнгс на нож, на бросок ножа. На сам нож, понятно, влияет. О, ребят. Отвалился я что-то. Быстро причем отвалился. Переоценил. Ой, недооценил врагов, а себя переоценил. Ой, она вообще, она чуть ли не сквозь стенки лупит, я заметил. Где? Сейчас сделаем все. Я не знаю, вам не слишком темно, кстати? Прям в такой темени играю. Опасно. Ну, конечно, они меня с этого сносят. Это же перебор. Придется мне в ближний бой лезть. Ух ты, что режет меня. Молния тут не сильно справляется, я смотрю. Ну-ка. Просто убрал. Убрал с дороги. Никак, да? Ну-ка, подожди. По-любому же тут. Да? О, какая штучечка мне выпала нормальная. Вкусная. Не надо ману, ребят. О, секретос. А, и все, что ли? О, сейчас я душно получаю.
Ничего. Ну-ка, давай секреты. Нет. Вообще легко. Вообще легко. Красненький взял. Вообще шикарно. Это машины такие квадратные. Тише. Поранили немножко. Желтый ключ они охраняли, ну окей. Куда вниз? А куда теперь? Желтый ключ я взял. О! Новый левел. Очки. Так. Они отсюда, что ли, появились? Охо-хо-хо. Да ладно. Так, ну вроде вот это место, где я умер. Да. Чё-то... Чё-то прям вообще... Ракетницу бы. Ой. Не, это что-то какой-то перебор уже. Они меня сюда не пускают просто. Не пускали. Ну, уже стало, да, сложнее из-за этих роботов. Если бы не роботы эти. А их можно было бы просто заморозить, да? Strength. Давай, strength. Угу. А я, видите, уже... Нет у меня... Особо ничего нет у меня по этим, по статам. Так, погибший город... Мазохистический метрополис. Да. Ну, неудивительно, что они меня убивают. У них... Видите, какая-то... Этих, конечно, было бы проще вот срубать чисто этим. А души, они на время, да? То есть они быстро уходят. А, да. Души тут очень быстро уходят. Понял. Не, знаете что? Я заметил, чем ближе к ним эта штука, тем
тем лучше. Сломали. Сломали мне щит. Тут вообще все закрыто. А там меня могут и уничтожить. Тихо-тихо. Забирать надо эти души. Ой! Не портите мне щит, пожалуйста. В смысле? Что там было? А что? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ух ты! Гранатометчик тут. Так, а я не помню. А, вот, я вижу, где у меня эти ключи обозначены. Ха-ха-ха-ха. О-о-о! Вы что, серьезно, что ли? А, вот сейчас, что это опять было? Вот кто меня убил? Ну, это баги, по-моему. Меня никто не ударил, я ударил просто с топора, умер. В общем, что-то я побегал. И в итоге синий ключ не нашел, а наоборот нашел желтый. То есть я тут заблудился немножко. Я четко не помню, на каком моменте я остановился. Ну тут я был, это я помню. А вот представьте себе, что будет на хардкоре. А, вот синий ключ. То есть просто непонятные смерти, да, абсолютно. Слушайте, ну души прям сразу отлетают. Желтый ключ где-то здесь был. Такого не должно быть, понимаете? Ладно, там если... Тридцать урона мне, да? Можно сказать, просто так нанесли. Хоп. А слишком, ну, далеко подходить не получается. Ой-ой-ой. Ты чё, дружище? Вот и красные. О, еще, смотри. Что-то по-любому открылось. Где-то. А его можно вообще вот так. Давай. Вот так и все. Так, откуда они вышли все? Где что открылось? Тебя не было, да? А, еще один. То есть где-то я... Серьезно? Так я уже везде побывал. У-у-у. Что-то мне это непонятно. Куда идти? Куда мне идти? Тут лифт.
здесь я уже все видел. А, о. Вот последний. Так, что-то открылось где-то, по-любому. А, во, здорово. Хоп. Небоскреб. И третий удар, бам. Понеслась. С одного удара ножа, серьезно? Так, а если я вот так вот просто сделаю? А, смотри, реально. Походу... Быстро они, конечно, сносятся. Ну а за ножи, как я понимаю, не дают ману. Вот давай проверим. 75 маны. 80. Я сейчас тыкну ножом. Да, не дают. А зачем мне передерживать ману? Да, сразу сносит. Сразу и черепки пропадают. Я хожу. Куда хожу? Вот сюда. О, щит. Щит слетел. Come on. И чё? И зачем я сюда пришел? Не понял. То есть я просто так, что ли, сюда пришел? А... Извините. А в чем прикол? Лифт не работает. А, во. Это что, здание рушится, что ли? Смотри, не сработал удар, да? Triple kill. Нормально там им наколдовал. Не всех. Видите, она... Отталкивается. Вот мой... Мне кажется, не всегда. Иногда отталкивается, иногда сразу взрывается. Есть у меня такое ощущение. Здесь вообще нечего делать. Так, синенькая дверь это была. Вот она. Мана нужна. Портреты, видите, зачеркнутые варлока. Ой-ой-ой, это наверх, наверх. И чего?
Так, нет секретов. Красный. Где манта? Ого-го-го. Тут целый ряд, смотри, роботов этих. Вот за них я ману и получу. Подожди. А, тут некуда идти. Ой, убьют сейчас. Могут. Может глюкануть. Оп. Двадцать жизней. 20, Карл. О! А почему я не могу? А, ну правильно. А чё, он тупит? Смотри. Все. Здрасте. Ну вы вообще убейте меня на выходе. Молодцы. Вроде все. Мастерская, да. Ну-ка, где мана? Хил. Ноль перков, ноль всего. Так, а тут осталось-то у нас 4, 3. Жалко, что с уровнем... О! Опа! Не раз тут хпшечки сами по себе. Вот это жалко, да? О! Я понял вас. Нате. Сбили, да, щит. А чё эта штука их не бьет? Алло. Не понял. Не понял сейчас юмора. О, как он себя убил. Раз своими же ракетами, серьезно? Так, врубаем. Шаровая как-то тупит немножко, по-моему. Местами. Так, чуть-чуть подтупливает.
Не понял. Вот эти моменты мне тоже не совсем понятны, если честно. И чё? Где еще кнопочки? А, тут ангары прям, да? Три, четыре. А он взрывается, он в меня попал и не взорвался, это как? Это нормально? Вопрос. Куда идти? А чё по карте? А, это я по квадрату бегаю, да? Я бегаю по квадратику. Что-то не поймешь. Я заблудился. А, у меня синий ключ был. Оказывается, он желтый. Так, теперь желтую ищем дверь. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Где она? Кто ты? Ты кто? Что ты такое? Такой маленький уровень, небольшой. Доки. Ловите, кушайте. Level up. Кого там? О, я не могу. О! Совсем. Нет, перебор. Ой, оно еще живое. Слышу, слышу. Это мне напоминает Quake, когда я типа... Ух ты. 6 хп. А сейчас мне уже нельзя в ближний бой лезть. Сволочи, говорит. Стало поинтереснее, гораздо поинтереснее. Э!
О! Это я понимаю. Мясо. Ох ты! Ой-ой-ой. А вот это мне уже непонятно. Где там робот этот? Да, что-то слабенький. Арбалет-то. Слушай, маной. Видите, да, что творят? Где он? И мне до него не добраться, что самое-то противное. Я до него добраться не могу. Ой. О! А, мана из них иногда выскакивает, я заметил. Иногда даже неплохо так выскакивает. Ты где? Ой, что-то выскочил там у кого-то. Где-то. Тихо, это что? Иди сюда. Сейчас потихонечку восстановимся. Ну и где? Понял. И последний. Кто? Кто? Где? Переработка. Сзади еще, да? Ну ты посмотри на них. Бамс. Бамс. Ману, ману набирать, ману. ХП. Босс, наверное, будет робот огромный. Так, ключик. Таргет. Таргет-то. Ух ты! А он выжил как-то. Меня аж пугает, когда я по стене бью. Мне все время кажется, что меня это убьет. Я не понял. Сейчас что-то будет. А не? А зачем?
Нет, подожди. Синий ключ у меня есть. Что за приколы? Куда мне этот ключ использовать? Объясните-ка мне, пожалуйста. Я не могу понять. Я бегаю кругами. Не, я... А, во. О! Не понял. А, спасибо. Вовремя. Желтенькие взяли. Хе-хе-хе-хе. Где ты? Кто-то еще? Понял. Так, здесь. Ух ты ж. Вот это весело. Бомбануло. Где, где? Я ж слышу. Ты кто? А он умер и потом стал стрелять. Это как, нормально? Красный взял. О! Лазерная пушка. Опробуем. Не, ну в принципе... В принципе, пойдет. Ну так. Это что? Ну она их стопит очень сильно. Я вот это заметил. Да, арбалет это... Один удар тополом... Тополом. Лучше гораздо. А еще лучше вот эта штука. О, зря я это. Так, ну я вернулся, все нормально. Сейчас. Сейчас все будет. Пушечка. Ну не, ну это, конечно, лучше вот. Вот так лучше, мне кажется. Они спали. Ну-ка. Да. О, нет, она не сломалась. А, я одну только пушечку и сломал, я понял. Ух. Secrets, no secrets for me. О! Стоит ли рисковать из этой штуки? И
чё? Рваться-то будет. О, это все? Не, этих я вот так лучше. А, все, я убил ее. Оп. Так, лечимся, лечимся, друзья. И Strength или Spirit? Наверное, все-таки Spirit. Spirit, наверное. Life еще дали. Неплохо. И что у нас дальше? У нас дальше остался промышленность, воинская часть, 4 этапа и танк, босс. А потом последний эпизод. Но на этом пока что все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.